прощается с тобой. Наши песни носим сердце с колыбели, с песней всюду вместе мы идем. Сколько песен был дым в нашем спели, сколько мы еще сквозь поем. Через годы, через расстояния, любой песни ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Лютый холод, песня нас с тобой согреет, жаркий полдень. Тот, кто песни эти слушать не умеет, он не будет счастлив никогда. Песни ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Дорогие друзья, я очень рад, что мне представляется возможность сказать о нем несколько слов. После военное время, время напряженного строительства, залечивания своих послевоенных ран, у нас появилась целая плеяда композиторов-песенников, которые своим творчеством организовывали волю, эмоциональный строй наших советских людей. И одним из таких корифеев, композиторов, создателей песни, был Аркадий Островский. Его творчество началось и развилось в послевоенный период. 50-е годы, 60-е годы – это вот пора его огромного творческого расцвета, когда каждая из песен, которая создавалась им, она быстро приобретала всенародную популярность. И я бы сказал, этой популярности могли позавидовать очень многие композиторы, работающие и работавшие в этом жанре, потому что популярность песен Аркадия Островского, она была особая. Это была буквально всенародная популярность. Аркадий Островский был композитором большого общественного темперамента. Он постоянно общался с людьми, ездил на стройки. Комсомольская аудитория – это была его аудитория, где он постоянно бывал. Дети, школы, с которыми он тоже постоянно общался. Клубы, в которых он был постоянным и желанным гостем. Встречи с рабочим классом в этих клубах. Все это оплодотворяло его творческую фантазию, это давало ему пищу, вот, которая рождала в нем его замечательные песни, его замечательную музыку. И надо сказать, что песни, посвященные комсомолу, песни, посвященные нашим детям, песни, посвященные советскому рабочему классу, это все песни, выдающиеся в нашем советском песенном творчестве. Его основная тенденция творческая, это она была связана с гражданской темой. И даже лирические песни, которые он писал, они все были какого-то гражданственного
характера. Вот сейчас в наше время не хватает вот таких песен. У нас слишком много такой лирики, которая иногда вызывает у нас весьма, так сказать, большое сожаление по поводу появления этих песен. Но вот гражданские песни Островского, даже лирика Островского, она была связана с сегодняшним днем, она была связана с думами и чаяниями наших советских людей, с тем великим, что творится ежедневно в нашей замечательной стране. Международные фестивали. Музыкант-публицист Островский почти на каждый из них откликается песней. Московский фестиваль 1957 года принес композитору первую премию за песню на стихи Марка Лисянского «Зори московские». Мы встречаем рассвет, и родной Москве мы шлем привет. Зори московские звенят твои часы, кремлевские. С добрым утром земли моря, Москва моя. Под суровым
планеты. Я шагал ради счастья, друзей, и твои вспоминал я рассветы, город жизни моей. Московские звенят, поют часы кремлевские. С добрым утром земли и моря, Москва моя! Краснобийский жена полевая, на поводы летит ветерок, и Москва для друзей открывает сто путей, сто дорог. Тобою лежат сто путей, сто дорог, чтоб друзей своих обнять ты мог. Зори московские звенят, поют часы кремлевские. С первых творческих шагов Островский завязал дружбу с детворой. Однажды под Новый год, переодетый в Деда Мороза, композитор приехал на новогодний праздник к маленьким артистам из ансамбля песни и пляски Московского дома пионеров и подарил детям веселую, задорную школьную польку. Веселый, подпевай, родная школа, наш веселый смех.
самое главное умел композитор дарить детям – свою искренность, свою любовь, свое сердце. Стекле. Но нашим мальчишкам сидеть не по нраву в тепле. Мальчишки, мальчишки несутся по снежным горам. Мальчишки, мальчишки, ну как не завидовать вам? Мальчишки, мальчишки несутся по снежным горам. Мальчишки, мальчишки, ну как не завидовать вам? На вечере школьном задорные вальсы звучат. Вальсы звучат. Впервые робея мальчишки глядят на девчат. Мальчишки, мальчишки, ну сердце забилось в груди. Мальчишки, мальчишки, что будет у вас впереди? Когда протрубили тревогу в любимом краю, заспели мальчишки в суровом солдатском строю. Мальчишки, вы завтра уходите в бой. Мальчишки, мальчишки, вернитесь живыми домой. Мальчишки, вернитесь живыми домой. Плывут в океанах, летят высоко в небеса. Солидные люди с мальчишеской искрой в глазах. Мальчишки, мальчишки, пускай пролетают года.
мальчишки, мальчишки, для нас вы мальчишки всегда. Мальчишки, мальчишки, пускай пролетают года. Мальчишки, мальчишки, для нас вы мальчишки всегда. Красный цветок гвоздики – поэтический символ революции. Революционным традициям, революционной романтике, прошлому и настоящему нашей Родины посвящена песня «Красная гвоздика». Расстрелянные годы улыбкой ленинской прошла. Красная гвоздика, спутница тревог. Красная гвоздика, наш цветок. В тылу врага, под душным небом, когда ждала повсюду смерть, кругом штыки, цветок под снегом, лишь можно было тихо спеть. Красная гвоздика, спутница тревог. Красная любовь и смерть, и кровь, и пламя переплелись в цветке отцов. И вместе с нами, вместе с нами он в добрый, в трудный путь готов. Красная гвоздика, спутница тревог. Когда я вот сейчас думаю, сейчас, какой был Аркадий Островский в песне? Как коротко бы это сказать? Я думаю, что наиболее точное определение – солнечный. Да, он был солнечный композитор. Это не значит, что он был бездумен, это не значит, что его не мучили всевозможные вопросы, поиски. Нет, он очень много искал. Но это вытекало из его мировоззрения, из его миросозерцания, из его ощущения жизни. Он был очень солнечный весь. Хотя последние годы было много серьезных раздумий и песен, раздумчивых, иногда очень драматических, и все равно в основе своей он оставался солнечным.
Работать с Аркадием Ильичем было всегда очень интересно, потому что у него не было такого чувства, что вот написал песню и ладно. Он возвращался бесконечно к песне. Он готов был работать столько, сколько нужно. То, собственно, так, как и должно быть. Хотя иногда бывает так, что песня пишется, и даже иногда говорят некоторые люди, ну сколько можно работать над одной песней? Можно работать столько, сколько требует эта песня. Иногда она пишется с лету, в несколько минут, а иногда она рождается очень трудно. Иногда были поиски, почти готовую работу мы начинали заново. Это был замечательный композитор. С ним советская песня потеряла много, но того, что он сделал, достаточно на многие годы для того, чтобы и он жил с нами, и для того, чтобы его работа дополняла общую, широкую, прекрасную картину жизни советской песни. Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Тише, солдат. Композитор умел необыкновенно рассказывать об обыденном, о каждодневном, превращая привычное в прекрасное. Взгляды храня, а теперь тебя нет.
тебя нет почему-то. Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня. А за окном то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. Знакомым я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино. А тебе шлют привет окна тихого дома. Да еще старики, что все так же стучат в домино. А за окном то дождь, то снег, и спать пора. Как не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. Во дворе до темна крутят ту же пластинку. Ты сказал, что придешь, хоть на вечер вернешься сюда. Вечер мне ни к чему, вечер мал, как песчинка. Я тебя подожду, только ты приходи навсегда. А за окном то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же снег, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. С Аркадием Ильичем Островским мне посчастливилось познакомиться, будучи еще студентом Института имени Гнесиных. Можно сказать, благодаря Аркадию Ильичу я узнал эту сказочную страну под названием «Песня». Нам, молодым исполнителям, было очень полезно и интересно работать с Аркадием Ильичем. Мне посчастливилось быть первым исполнителем многих песен Аркадия Ильича, таких как «Мальчишки, мальчишки», «На то нам юность дана», «Возможно, возможно», «Песня остается с человеком», «Товарищ Куба». Ну и, естественно, я хотел бы назвать песни из цикла «А у нас во дворе», или, как их называл сам автор, из дворового цикла. Вначале была написана одна песня «А у нас во дворе». Прозвучала эта песня в одной из передач «С добрым утром», и Аркадию Ильичу Островскому, Илью Ивановичу Ашанину в огромном количестве стали приходить письма от ребят. Они были очень заинтересованы этой историей во дворе и просили авторов продолжить ее в песне. Появляется вторая песня, и опять во дворе. Но тут уже письма стали присылать девчонки. Они просили авторов рассказать о девчонке. И вот появляется третья песня «Я тебя подожду». Ее исполнила Майя Кристалинская.
Потом четвертая песня, вот снова этот двор. Потом пятая песня, а детство ушло вдаль. И, наконец, песня, которую заканчивала уже Александра Николаевна Пахмутова, «Доверчивая песня». Прошло уже для песни достаточно много лет, но песни Аркадия Ильича живут. Им уготована очень счастливая судьба любимых песен. Сменились поколения молодых исполнителей. Уже те песни, которые вначале исполняла Майя Кристалинская, сегодня поет молодая артистка Москонцерта Валентина Толкунова. А одну из этих песен я напомню вам сейчас. А у нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг. Неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у ворот, она мимо из булочной с булкой идет. Я стою и молчу, и обида берет. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Или утром стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. Детство ушло вдаль, детство чуть-чуть жаль. Помню сердец стук и смелость глаз, и робость рук, и все сбылось и не сбылось. Венком сомнений надежд переплелось, и счастья нет, и счастье ждет у наших старых, наших маленьких ворот. Если б тебе знать, как нелегко ждать, ты б не терял дня, догнал меня, вернул меня, и все сбылось и не сбылось.
венком сомнений и надежд переплелось. И счастья нет, и счастье ждет у наших старых, наших маленьких ворот. Слушай шагов звук, двери входной стук. Голос встречай мой, спешу к тебе, спешу домой. И все сбылось и не сбылось, венком сомнений и надежд переплелось. И счастья нет, и счастье ждет у наших старых, наших маленьких ворот. И счастья нет, и счастье ждет у наших старых, наших маленьких ворот. Каждый раз по-новому умел говорить о молодежи, о ее чувствах Аркадий Островский. Это
не находил Аркадий Островский героев своих песен. Встретившись однажды в далеком северном краю с молодыми влюбленными в свою нелегкую работу парнями, сумел композитор воссоздать этот образ в песне. Не берет ни пожары, ни морозы. Поселился наш обветренный народ между елкой и березой. Эй-эй-эй! Привыкли руки к топорам, только сердце непослушно докторам. Если иволга поет по вечерам, если иволга поет по вечерам, лесорубы, 47 холостяков, валим кедры в три обхвата. Нам влюбиться просто пара пустяков, да не едут к нам девчата. Эй-эй-эй, привыкли руки к топорам, только сердце непослушно доктора. Если иволга поет по вечерам, если иволга поет по вечерам, лесорубы, наша родина тайга, Дед Морозу мы соседи. Нас боятся и февральская пурга, и лохматые медведи. Топорам, только сердце непослушно доктора. Если иволга поет по вечерам, если иволга поет по вечерам, лесорубы, на делянке у костров мы умеем веселиться. И на стройках эхо наших топоров слышно все от и столица. Топорам, только сердце непослушно доктора. Если иволга поет по вечерам, если иволга поет по вечерам. Непослушно доктора, если иволга поет по вечерам, если иволга поет по вечерам. Третий не лишний. Так назвал Островский одну из своих статей, посвященную исполнительскому мастерству эстрадного певца. Этого третьего создателя песни он считал равным наряду с композитором и поэтом. Хочется сказать, что Аркадий Ильич Островский был очень щедрым и как человек, и как композитор. Он всегда, прежде чем записать какую-то песню на радио или на телевидении, он делал несколько вариантов на одни и те же стихи. Допустим, если поэт приносил ему стихи или не было каких-то стихов, то всегда он представлял себе, для кого он писал эту песню. То есть всегда мы ощущали от исполнителей, что за песней всегда стоит какой-то конкретный образ. И вот щедрость его еще заключалась в том, как композитора, что он писал на одни и те же стихи, мог написать несколько вариантов, 5, 6, 10, 12, то есть столько, сколько нужно было для данного исполнителя. И что еще вот мне нравилось в Аркадии Ильиче Островском, что вот за каждой песней мы, конечно, вот когда слушаем его песни, исполняем, мы видим, что за каждой песней, конечно, большая доброта,
большая отдача и конкретный образ. Например, вот когда он сочинял свою песню «Без слов», а называется эта песня «Я рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой», то я вот помню, был такой случай, почему так эта песня стала называться. Я уже находился очень долго на гастролях, и когда приехал в Москву, должен был уезжать в Ленинград, торопился, и вот Аркадий Ильич говорит, вот песня так и будет называться. «Я рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой». Счастье лгут счастье.
счастливый камень он. Раздели луну на части между всеми, кто влюблен. Отломи кусочек крайний, самый грустный из планет. Подари мне лунный камень, подари мне лунный свет. Есть люди, о которых нельзя говорить в прошедшем времени. Вот таким человеком для меня является Аркадий Ильич Островский. Когда-то я его назвала «мой старший ровесник». По-моему, это очень верная характеристика, потому что вот большинство его песен, да нет, пожалуй, все его песни посвящены нашей молодежи. Он удивительно чувствовал и понимал молодое поколение. Вот моим друзьям и любителям песни, поклонникам Аркадия Островского, кажется, что мы написали много-много песен. Это не совсем верно. Мы написали всего лишь 5 песен из цикла, незавершенного цикла «Полутона». Этот цикл должен был быть и 6 песен, но 6-я песня осталась на рояле. Получились только стихи, и, как это иногда бывает, эти стихи вдруг, неожиданно напомнили мне Аркадия Ильича и стали, в общем-то, посвящением ему, прямым посвящением ему, потому что это стихи о творчестве, о добре, о жизни. А Аркадий Ильич – это, в общем-то, для меня символ жизни, как, наверное, все его песни. Я сейчас прочитаю просто эти стихи как посвящение Аркадию Ильичу. Человеку приснилась жар птица, и тот час улетела из сна. Но, наверное, не каждому снится, и не зря прилетает она. Гасли радуги долго и нежно, словно путь освещали судьбе. Человек удивился, конечно, и тихонько сказал сам себе: это сказка, это добрая мечта. Постарайся, ну, хоть перышко достать. Зачерпни, ну, хоть на миг в свою ладонь этот призрачный, сказочный огонь. Человеку приснилась жар-птица. И, не веря в приметы и сны, человек стал с тех пор торопиться по дорогам звенящей страны. Он жар-птицу высматривал зорко, приготовил ей лучшие зерна, самых звонких и солнечных нот. Человек, удивляясь сиянию, мне волшебные сны передал. Приоткрыл свою светлую тайну и тихонько при этом сказал: это сказка, это добрая мечта. Попытайся, ну, хоть перышко достать. Зачерпни, ну, хоть на миг в свою ладонь этот призрачный, сияющий огонь. Мне сегодня приснилась жар-птица. И хотя этот цикл «Полутона» не завершен, мне кажется, что
он все-таки состоялся, несмотря на то, что замыслы были немножечко другие. Наши певцы его исполняют. И вот сейчас вы услышите еще одну песню из этого цикла. Круги на воде, круги на воде. Я вспоминаю, что видела это. Не помню, когда, да и важно ли где. В далеком когда-то неведомом где-то. Круги на воде, круги. Круги на воде, как память они все расходятся тихо. Над ними тогда плоский камень летел, твоею рукою заброшенный лихо. Круги на воде, круги. Островский стремился быть понятым людьми. Ему удавалось это благодаря горячему сердцу, огромной работоспособности, очень честному и чуткому отношению к жизни. Thank you.
Перед вами фотография. Молодежь Новороссийска в капсуле-контейнере отправляет песни Аркадия Островского в будущее. Удостоверение действительно по 7 ноября 2017 года. Выдано Островскому Аркадию Ильичу. 7 апреля 1968 года на дно Черного моря к подножью Суджукского маяка на 44 градусе, 39 минуте, 8 секунде северной широты и 37 градусе, 49 минуте, 5 секунде восточной долготы была опущена капсула-контейнер с посланиями к потомкам. В ней находятся ваши песни. Пусть всегда будет солнце, всюду с нами дружба и голос земли. Небо, 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 тучами укрой родную землю, чтобы демон смерти не прорвался в этот мир. Все народы, все люди, все, кто верит и любит, все, вам сами жива к вам мои слова. Последняя песня композитора, закончить которую ему не удалось, это сделали его товарищи.
20 лет пройдет, 30 лет пройдет, время все быстрее движется вперед. Слышу, как звенит земля, как тепло хранит земля новый человек по земле пройдет. Слышу, как звенит земля, как тепло хранит земля новый человек. Для него я горел, воевал, и как Бог этот мир создавал, мир стеклянных дворцов и морской синевы, и огня, и зеленой травы. Человек наших завтрашних дней, и за все, что найдет на планете живой, благодарность свою он отдаст нам с тобой. Пройдет сквозь шару снег, сквозь туман и лед. Слыша, как звенит земля, как тепло хранит земля новый человек по земле пройдет. Слыша, как звенит земля, как тепло хранит земля новый человек по земле пройдет. Чтобы мир этот был не вредит, мы в ответе с тобой перед ним, мы в ответе с тобой перед горным ручьем, перед каждым цветущим кустом. Чтобы не были в том огонь, чтобы реки текли, чтобы вишни цвели, мы в ответе с тобой за простор всей земли. Время счет ведет вековым пером, время счет ведет тишину и гром. Слышу, как звенит земля, как тепло хранит земля наш далекий друг, вспомнит нас добро. Слышу, как звенит земля, как тепло хранит земля наш далекий друг, помнит нас добром. Навсегда!
счастлив, конечно, был. Не раз счастье стучалось в мое сердце то удачной мелодией, то интересным творческим замыслом. Я видел счастливые ребячьи улыбки. Это моя песня подарила им радость, а мне счастливое мгновение. В чем счастье художника? В творчестве. Был ли я счастлив? Да, был.